Обильные снегопады привели сразу к 5 ДТП. Аварии возникли на трассе Екатеринбург-Пермь. Самая крупная из них произошла с участием пассажирского автобуса и легковушки. По предварительным данным, водитель автомобиля «Шкода» не справился с управлением и стал резко тормозить. За ним в направлении Ревды ехал рейсовый автобус, его вынесло прямо на иномарку, а затем в кювет. Пассажиры получили легкие ушибы. Всего за день на Пермском тракте улетели в кювет порядка 20 машин. Из-за снегопадов ситуация на свердловских дорогах напряжена. В ГИБДД призывают водителей быть внимательнее и соблюдать скоростной и дистанционный режимы.